течение 60 лет на территории Северного военного городка размещался штаб и воинские части прославленного соединения. В память о ратных подвигах и благих делах мирного времени в торжественной обстановке и в присутствии руководства Брестского городского исполнительного комитета, представителей Совета ветеранов, командования 50-й дивизии в разные годы, ветеранов и военнослужащих Брестского гарнизона, а также других гостей состоялась торжественная церемония. Почетное право открытия памятной доски было предоставлено председателю горосполкома Александру Рогачуку, председателю областного совета ветеранов Валерию Губаренко, ветерану дивизии, участнику Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Василию Березневу. Знаете, мы сейчас часто используем термин «градообразующее предприятие», а в свое время 50-я дивизия – это было градообразующее соединение нашего города Бреста, воинская часть. Поэтому сегодня акт справедливости, исторической справедливости, что здесь размещалось ядро такого замечательного соединения, как Брестская 50-я дивизия. Я очень рад, что и сейчас очень многие ветераны дивизии активно участвуют в общественной жизни города, многие еще трудятся, и приятно видеть то, что на самом деле та планка, которая была задана еще во время службы, сейчас реализуется в гражданской, как говорится, ипостаси, в том числе и в контексте подготовки города к тысячелетию. Я воспринимаю даже этот объект, эту доску, как элемент благоустройства нашего города. Поэтому хорошее, интересное, яркое событие, и мы и дальше, наверное, будем рассматривать предложение по увековечению памяти 50-й дивизии в нашем городе. Инициатива появления памятной доски в нашем городе принадлежит Совету ветеранов 50-й гвардейской мотострелковой дивизии. Ее поддержало руководство Бреста. Воплощение проекта в жизнь имеет огромное значение не только в патриотическом воспитании подрастающего поколения, но и в увековечивании памяти всех военнослужащих, когда-либо находившихся в ее рядах. Это твердое убеждение кадрового военного полковника, активного участника ветеранских организаций нашего города Бориса Брука. В далеком 1955 году молодым лейтенантом он был зачислен на службу в 50-ю гвардейскую мотострелковую дивизию и на всю жизнь сохранил верность воинскому долгу и своему соединению. Для меня сегодня 50-я дивизия вернулась к месту своей постоянной дислокации, откуда мы ушли в 2006, а сегодня вернулись. И я думаю, навсегда. Для меня сегодня праздник. Праздник, потому что открыли памятную доску. Праздник, потому что сюда пришло много людей. Пришло ветеранов столько, сколько могли прийти. Для меня праздник то, что здесь было руководство города. И прошел он достаточно торжественно. Наталья Луговкина, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.